Я думал, все, кирды. Давай, врежься. Вот я хочу, чтобы мне наступила моя очередь. Тихо. Самая безбашенная гонка вообще, которую можно придумать. Мы сегодня играем On Rush на Xbox, да? Да. Давай, Димон играет. Это мы играем в онлайне. Тут с нами куча соперников. И меня уже чуть подбили. Да, и Димона уже валят. Короче, здесь цель игры. Нам нужно проехать в зеленые ворота для того, чтобы добавить время нашей команде, да? Да. Вот те вот зеленые ворота, вот эти вот. Чтобы не закончилось время. Да, сверху вы видите секунды, как утекают. Оранжевый, мы в синей команде. Мы в синей команде. А, ты проехал ворота, давай в следующий, пофиг. Бам, кого-то вынес, смотри, прикольно. Тут, кстати, не важно на каком месте, главное пройти. Главное продержаться по количеству времени, да. То есть, чтобы наша команда... Влево, куда ты едешь, чтобы проехал ворота? Слышь, ты знаешь, что у нас 17, у них 15. Так ты проезжай ворота, если ты не будешь заезжать ворота, у нас скоро кончится время. У них 15 секунд, у нас... А, все, мы начинаем проигрывать, давай ворота срочно. Время добавлено, и у нас добавлено, и у них. Опять добавлено. Давай, газуй. Ты все время нитро жми, без остановки. Во, вот это прыжок. Тут если сталкиваешься, то как в Асфальт 9 машины разлетаются на куски просто вообще. Мелкие кусочки, щепки. Если Димона сейчас кто-нибудь вынесет, то у него будет возможность поменять машину. Так, мы пока впереди, у нас 13 секунд еще есть, у них уже 10. Давай, добавляй время, ворота. А, осторожно. Так, проехал. Куда ты едешь? Там ворота пропустил. Так, они пока проигрывают. Давай, ничего страшного, нормально, едешь. Вон ворота, левей. Давай, что такое? Тебя же что-то выкинуло. А, ты ушел с трассы. Вот что случилось. Блин, ну вы выигрываете. Давай, твоя команда впереди. Ворота заезжай. Да куда ты едешь-то? Постой, я еду туда, куда надо. Ты где-то едешь с краю трассы, тебя чуть не выкинуло. Так, время добавлено, нормально. И, ну давай, проверь. Сейчас они проиграют. И еще через ворота. Давай. Все, победа в раунде есть. Сейчас будет новый раунд. Так, новый раунд, смотрите, Димон выбирает машинку. Сейчас будет игра другая, сейчас будет локдаун. Нужно контролировать зону, насколько я помню. Давай, выбирай любую точилу. Я вот такую. Окей. Интерцептор Димон выбрал. Сейчас нам покажут всех остальных игроков в этом раунде. Сейчас смотрите. Банч! Это наша команда, это команда соперников. Все упали. И брейклайн против... индийское что-то, я не это понял. Это китайский. Это индусы, это инди... Инди... Это хинди, во, хинди, это хинди, я вспомнил, как называется. Давай, поехали. Окей, контроль за зону, что-то там контролировать зону какую-то надо. Давай, едь, короче, ты должен быть рядом со своей командой. Так, и по его зона, видишь, уходит. Вот ее надо контролировать, надо в нее заехать. Чем дольше ты в ней едешь, тем больше у тебя очков. Давай, налево, вон она, видишь, уходит от тебя. Вот, если зеленым, это значит мы контролируем, наша команда, видишь, контролирует. Давай, забирайся прямо в нее, это значит, что ты будешь контролировать. Есть! О, нифига сальто! Пойдет, давай. Ты крут. Эй, не выходи из нее. Да куда ты все, едь. Она уже там по левой стороне пошла. Давай. Нифига прыжок. Панч. Давай газу. Загоняй. Нифига ты. Долбанул. Какой-то. Это мотоциклист тебя что ли долбанул? А, это наша команда. Да. Это показывает нашу команду. Выбирай две машины. Выбирай. Я выберу вот эту. Давай. Поехали. Ой, это, наверное, черный тот. Давай, где зона эта, которую надо... куда ты в стену-то? Не в стену я, конечно. И... Чё? А, давай, вот, всё, нас подкинули. Да, всё, респаунинг, давай. Поехали. Ты куда? Давай, догоняй наших. Вон она уходит от нас, зона. Кто-то газанул тоже нормально, на нитро, смотри-ка. Вон она, давай, всё, контролируй, в ней едь. Вау. Все, мы зацепили, мы зону захватили, видишь? На, тебе кто-то дал. Давай, еще теперь следующий раунд. Смотри, я тебя вынес. Круто. Давай. No. Да, я поконтролирую чуть-чуть, моя очередь. Так, да. Поехали. Посмотрим, смогу я справиться или нет. Что это за тачка? Это какая-то багги маленькая, да? Багги тут. Да, но тем не менее, я все равно кого-то вынесу. Так, где круг? Вот она наша зона. А давай будем выбирать потом те машины, которые мы еще не давай. О, что происходит? Кто-то меня ослепил, ты видел? Да.
Лиха, едем в зоне, контролируем. Оранжевое. Я не понимаю, что происходит, почему все такое странное? А что? Кто-то меня вынес. Я так долго контролировал. Что оранжевое? Обозначает вот на этой зоне. Это значит, что мы захватили или противники захватили? Я поеду вот на этом, давай. На Титане. Титан это, по-моему, самый тяжелый грузовик, который у нас есть. А куда ты в стену-то? Блин, офигеть. Они взяли меня, заспаунили прям в стену. Взял я у Димона джойстик и сразу проигрывать. Видишь, мы пока, у нас побед 2 из 8. Видишь, сверху написано? Вот, 2 из 8. А у них, теперь тоже 2. Все, сейчас я им покажу, как надо держать зону. Где она? Они все нубы. Нубы вообще конкретные. Сейчас мы вам покажем. Вон она, зона. Мы сейчас вам покажем, кто тут профессионал. Кто тут про, да? Да. Вот. Есть. Блин, меня вынесли. Check it all. Что-то походу не очень. А, тебя вот это. Да, это у меня баги какой-то бортанул. Ладно, давай я на вот это сейчас поеду, на Динамо. Понял? Динамо? Да. Динамо. Динамо. Смотри, какая расцветочка ровная, вообще желтенькая такая. Надя, ты что тут трешься у меня? А зачем ты сделал стачку? Давай, сейчас мы... Нам он главное... всю краску ободрал. Он вообще покоцал меня сильно. Он тебе краску ободрал. Вау, в полете, офигеть. Еще ты сейчас закатываешь. Смотри. Ты сейчас за карту отправишься. Вот этот вот хамерюга меня вынес вообще. Давай еще раз. Блин, да что ж такое? Давай я. Ну давай, ладно. Отдаю обратно в руки про джойстик. Потому что... Эй, ничего, он тебя подопнул сзади. Эй. Ты че, в стену? Стой. Давай, я уже нервничаю. Какой счет-то хоть? Я зато этого мотоциклиста убил. Покажи счет. Давай, 3 из 8, 4 из 8. Давай, мы пока, наша команда впереди. И поехали. Давай, Димон, покажи. Ё-моё. Сколько тут? Осторожно. Кстати, мне чем-то давай, это напоминает газуй. Hot Wheels. Газуй. Да, кстати, напоминает реально на машинке из Hot Wheels. Ё-моё. А, левее. Вон она, наверх пошла зона. Зону захватили противники. Слышал, он сказал? Да. Давай, левее. Вон она. Давай. Меня сейчас могут подорвать. Догоняй. Да ничего страшного. Я знаю, я ее догоняю. Давай, газу. Блин, вообще меня покоцали тачку. Вообще жесть. Чем мы ее догнать еще не можем? Конец игры, все. Под конец врезался. Так, ну и что, мы выиграли или нет? Я даже что-то не обратил внимания, так переживал за тебя. Кто там победил-то? Я уже прям, у меня руки чешутся. Зона захвачена, кем захвачена? Так, правей. И... Ты куда? Ты чё? И моя! Тихо, не стучим. И моя! Поехали. Ну давайте, батька у руля. Снова. Батька Васька, давай, Вася поехали. Вася у руля. Виктор, я только взял джойстик и Виктор. Если честно, непонятно почему. Итак? Так потому что у нас... Синяя команда, 8-4. Понял, нам даже достижение какое-то, ачивку дали, смотри. Так, у нас есть монетки, может быть, можно купить уже какой-нибудь танец? О, еще тебе дали, смотри этот. Как он? Я все время забываю. Кейс тебе дали, давай. Так. О, кейс, давай посмотрим, что там нам дали. О, с другой стороны. О, нам дали прикольный этот, смайлик. Select a vehicle. Так, мы переключились в онлайн режим, мы снова в онлайне. И я выбираю вот этот вот. Интерсептор это, по-моему, да? Да. Enforcer. Нет, это Enforcer какой-то. Ладно, сейчас будет показана наша команда. У него две вот эти лампы. Точно, светодиодные лампы сверху. Нифига, какие тачки. Крутяк. Это вот самая первая, ха-ха-ха. Мы в команде The Loudness, а у них команда TDM. Сейчас посмотрим. Есть канал Dan TDM. Да, есть Dan TDM такой. Давайте, поехали! Окей, начали. Поехали, все, нам надо просто быть впереди. Нам надо просто быть впереди. Какая-то новая трасса зимняя, смотри, я мы здесь повторяю, еще не гоняли. Я повторяю, как там показывали. Мы еще здесь не гоняли. Это похоже чем-то на танк. Да, реально, машина наша похожа на танк. Сейчас я этим или танком... Или на боевую классику. Сейчас я этим танком вон ту тачку попробую сломать. Но пока у меня что-то это не выходит, я не могу ее догнать. Давай. Ну смотри, мы впереди.
Она, что если ты врежешься, тот смайлик, который ты купил, появится. Да? Когда ты врежешься, да. То есть он останется там, да, плакать? Блин! Черт! Черт, я, по-моему, сменил машину. Случайно, нет? Давай, газуй. Это тот же самый. Они выигрывают, Димон. Они выигрывают, мы вообще в сухую проигрываем. А, нет, у нас 2-0, но мы вот сейчас мы проигрываем. Осторожно. В мокрую мы проигрываем. Я в мокрую. Не в сухую, а в мокрую. Давай, смотри, не давайся, чтобы тебя не сбили. Левее, вниз, ты прям боком едешь, реально. Валим боком. Валим! Прикольно. Раунд дефит. Есть, ты защитил раунд. Ну не ты, а ваша команда. Раунд дефит был. Ну это так, а, раунд проигран, прости, да, это значит, что ты чё? Давай. Давай, поехали дальше. Тихо, не стучи. Не стучи по микрофону. Все, давай. А, он чуть меня, смотри, не вырубил. Я знаю, этот с моей команды, он что-то мне там пытается сказать, и я его не слышу. Тебе пытается сказать, едь быстрее! Давай, вот, я тоже теперь так могу, видал? Давай, вон тот оранжевый, я хочу его сломать. Вот это тебе хотел сказать, что едь быстрее! Давай, нифига такая скорость, я не успеваю замечать, что происходит. Вот это он взял. Да, я взял монетки, или как они, бонусы, за которые можно покупать внутриигровой всякое этот став. Осторожно! А, чуть не врезался. Я думал, все, кирдык. Давай, врежься. Вот я хочу, чтобы мне наступила моя очередь. Тихо. Черт. Просто хотел, чтобы наступила моя очередь. Нет, это нечестно. Я тебе покажу, кто тут батя. Ну-ка, давай. Я тебе покажу, кто тут батя. Дима, батя, левее. И... все, эндгейм. Давай, чуть-чуть еще. Тихо, боком не перевернись. Боком, валим, боком. Осторожно. У нас боком, практически равный боком, валим, боком. Мы впереди. Давай, во, молодец, ты кого-то еще вымел. Давай. Я тебе говорю про тебя. И давай, борту его. Врезайся в них, если догонишь. Я их не догоню. Осторожно. Вот сейчас. На, тебе на голову приземлился. Так, ну что, я еще успею сыграть? Смотри, как он тебе. Панч! Классно. Окей, я на той же хочу. Все, Виктори, мы победили. Что? Класс. Короче, на этой веселой ноте, что мы победили, мы будем заканчивать, да? Да. Это была игра On Rush. Она крутая, она прикольная. Почти она... как Overwatch. Да. Ладно, друзья, на этом на сегодня все. Пишите в комментариях, понравилась вам эта игра или нет. Обязательно лайки, если понравилось. Я как Майнкрафт. Ставьте лайк, подписывайтесь. Жмите на колокольчик. Да. Если понравилось, может быть, даже на стриме в нее поиграть, да? Прикольно так-то. Можно постримить, поиграть. Ладно, давайте, все, всем пока. Пока.